Организаторы Дальневосточного фестиваля любительского игрового кино «Точка возврата» надеются, что именно кино заставит жителей Дальнего Востока пересмотреть свою точку зрения на смену места проживания. Провести фестиваль планируется в Хабаровске, где он уже 2 года проходил в статусе городского конкурса. Его организаторы в этом году замахнулись на дальневосточный уровень. Планируется объединить кинематографистов-любителей от Берингового пролива до российско-китайских границ. География регионов участников разделена на 3 пояса – полярный, амурский и тихоокеанский, в каждом из которых пройдет отборочный этап. Якутия будет входить в полярный пояс. Многие уезжают с Дальнего Востока не потому, что здесь там нет каких-то возможностей там, материальных, финансовых, там, не потому, что их климат отпугивает или еще что-то. Многие уезжают просто потому, что здесь, ну, попросту говоря, скучно. Здесь ты не можешь зайти, там, не знаю, в супермаркет и встретить там в очереди на кассу там какого-нибудь знаменитого артиста. Здесь этого всего нет, а там это есть. Именно поэтому организаторы решили привнести свой вклад для изменения хода дел, дав возможность людям выразить себя творчески через кинематограф. И кто знает, возможно, вскоре в магазине можно будет встретить восходящую звезду местного кино. По городу смотрела, какие планы интересные. И поняла, что у нас очень много крутого, вот визуально привлекательного. Мы не успели очень много снять, что планировали. Дополнительным стимулом для участников может стать главный приз – 100 тысяч рублей, который будет вручен на суперфинале в Хабаровске в конце сентября после прохождения этапов в городах-участниках. Ну и, конечно, возможность попробовать себя в кино и получить мастер-классы от столичных кинематографистов. Стас Михайлов, НВК Саха, Хабаровск.